Дорогие дороги, ужгородские активисты подсчитали, что в прошлом году за ремонт дорог заплатили двойную цену из городского бюджета. 43 миллиона гривен выделили фирмам без проведения тендеров и не используя систему «Прозора». Марина Коваль продолжит. Улица Победы в Ужгороде лишь на карте один объект. А вот чиновники мэрии ее взяли и разделили на две части. И таким хитрым способом сумели обойти тендерное законодательство и заплатить за ремонт дороги почти 3 миллиона бюджетных гривен без проведения открытых торгов. До 1,5 миллиона тендер не проводится. Розбили цей цілісний об'єкт незаконно на дві частини. І на кожну частинку 1,5 мільйона, і на другу 1,2 мільйона. Тобто в два рази збільшили суму. Активисты подсчитали, когда Ужгородская мэрия проводила тендеры через систему «Прозора», бюджетные траты удавалось сократить до 50%. Чем же руководствовались в горсовете, выбирая подрядчиков для ремонта дорог, вообще загадка. Обе фирмы сомнительные. У одной уставной капитал 154 гривни, у другой среди видов деятельности ремонта дорог нет вообще. В большинстве случаев департамент выбирал в ручном режиме фирмы. Если, например, эта фирма сделала некачественную работу, а они были некачественные, то максимум, что может сделать Ужгородская міська рада, это стягнуть с нее 154 гривни. Она провела работы на несколько десятков миллионов гривен. Мы попробовали узнать у подрядчиков, как же они сумели получить заказ на 3 миллиона гривен, хотя по документам не занимаются ремонтом дорог. И вот что нам ответили. Во-первых, я не знаю, что я должна вам такую информацию рассказывать. Давайте я запишу ваши контакты, передам все нашему директору, пускай с вами созванивается и решает такие вопросы. Телефон другой фирмы с уставным капиталом в 154 гривни вообще не отвечает. Набранный номер не обслуживается. Из мэрии прислали письменный ответ, мол, ничего не нарушали, ведь до августа 2016 года использовать систему «Прозора» было не обязательно. А вот в прокуратуре засомневались, все ли чисто с ремонтом дорог в Ужгороде, и открыли 4 уголовных производства по факту финансовых злоупотреблений чиновниками горсовета. Йдеться про службові злочини, а також про те, що зловживання владою, шляхом зловживання владою привласнено державні кошти. Йдеться про ремонт кількох вулиць в місті Ужгороді. Називати ці вулиці поки не будемо, бо це таємниця досудового розслідування. Накануне мы рассказывали, как мэр Ужгорода поощряет своих подчиненных. Выписал премию руководителю департамента городского хозяйства в размере 7 окладов. Кстати, ремонт дорог в горсовете курирует именно этот департамент. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал «Интер. Ужгород».